ИГИЛ при подготовке терактов использует тактику Аль-Каиды. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в контртеррористических службах США и Европы. Наиболее яркое доказательство – атаки террористов на Париж. Кроме того, сложная система коммуникации и передачи информации была выявлена спецслужбами после других крупных терактов в Бейруте и Анкаре. Как отмечают источники издания, с одной стороны, модель Аль-Каиды облегчает предупреждение будущих атак исламского государства, поскольку в них задействовано больше человек. Однако ИГИЛ при этом удается действовать с большой гибкостью, скрытностью и осторожностью, что делает группировку особенно опасной.